спортивная машина. Она называется Chrysler Crossfire. Давай сделаем из этой картинки пазл. А теперь начнем собирать его. Это деталь с частью заднего колеса. Возьмем следующий фрагмент, чтобы собрать заднее колесо полностью. Эту деталь сюда. Вот и дверь. Место пазла с передним колесом здесь. Следующая деталь. Нет, это не уголок. Вот так. А вот сейчас уголок. Дальше. Прокрутим. Крыша на месте. Где же последняя деталь? Вот она. Отлично. Мы справились с этим пазлом. А теперь было бы интересно прокатиться на нашем спортивном автомобиле. На спортивной машине не обязательно участвовать в соревнованиях. На ней можно просто путешествовать. Посмотри вокруг, как все красиво! Машина проезжает мимо полей, лесов. Смотри, вот кто-то отдыхает на природе. А вот мы проезжаем мимо реки. Красота! Нам почаще нужно отдыхать на свежем воздухе. До новых встреч! Выбери картинку, чтобы просмотреть еще один мультик. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай! Жми на картинку! Подпишись на наш канал.